Вот мне здесь нравится. О, пёска! Да давай уже, умирай. Зомбачьё. Зомбачьё, зомбачьё, зомбачьё. Так, а я хотел иначе посмотреть, нету ли здесь сейфа. Смотри. Да, дуда, дуда. Да, дуда плей. Дуда плей. У нас, ну патрончики у нас есть и бинт забираем. Что я хотел в этой серии делать? В этой серии мне нужно козе принести траву. Да, травы немножко принести. И этому чуваку нужно найти, помочь найти будущую жену. Мы должны были встретиться в начале Ист-Сайда. Она не пришла, ее зовут Лиза, как и мою козу. Ты бы мог ее найти? Да, без проблем. Для этого... Вот, значит, где жена и... Так, а где этот коза? Подожди, а с травой где задание? Подожди-ка, а ну-ка, где коза? А, травы. Ну, понятно, трава, видимо, как-то сама найдется, я так думаю, да? Что ж, идем. Идем искать жену. Я думаю, здесь замешаны будут эти самые, как его, господи, зомби. Здесь будут замешаны зомби, да. О, а вот и они. Так, пускай выходят. И мы сейчас их стрельнем. Стрельнем, ребятушек. Во, готово, все. Все отдыхают, хорошо, идем дальше. Ну-ка, смотри, здесь нет никаких ловушек. Вроде бы нет. Поднимаемся. Вот здесь что-то будет интересно. Вот мне здесь нравится. О, пёска! Да давай уже, умирай. Зомбачьё. Зомбачьё, зомбачьё, зомбачьё. Так, а я хотел иначе посмотреть, нету ли здесь сейфа. Смотри, у нас здесь еще, смотри, проход есть открыт. Интересно. Тут сейфа нету. Здесь тоже ничего нету интересного. Блин. Ладно. Так, зомбачок все сюда вышло, да? Ага. Ну ладно, мы их сейчас это взорвем. Давай сейчас подождем, пока они все соберутся в одно место. Вот они вот так вот группкой идут. Вы бы шли бы нормально, хорошо. Кучкой. О, сейчас подойдут, и мы их на фейерверк пустим. Все, поехали на фейерверк. Ух ты, мне дали штучку одну, которую можно хорошо, удачно продать. И... А тут ничего интересного нету, да? Ладно, идем, поднимаемся дальше, смотрим, что здесь у нас. А, кстати, я вспомнил, здесь еще могут быть тоже какие-то ништяки. Так, открываем. Так, за бак. Иди нафиг, отдыхай. О, сумасшедший! Ё-моё! Иди в жопу. Пока перезарядишь, он тебя убьет нафиг. Ладно, будем с вас с винтовки убивать. Ёлки-моталки. Все, есть, готовы. Что у нас здесь? Так, нормально, все, можно проходить. Ага, здесь никого нет, поищи в другом месте. Ну а кто бы здесь был, если здесь куча зомбаков было? Сюда заходим. Ох ты! Мимо. Мимо. Опять мимо, да ё-моё. Так, ладно, отойдем сейчас немножко сюда. Во, нормально. Хорошо, сейчас мы их всех сделаем. Оп, 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 оп. Опа, все готово. Идем дальше, сюда проходим. Нифига, тут столько много комнат. А здесь никого нет, алё. А, вот они, смотри, спрятались. О май гад, вот она, жена. Что она делает? С кем она тут находится? Ага, в постели с мужиком каким-то. А ну-ка. Наконец-то кто-нибудь, мы тут застряли, зомби нас окружили, поэтому нам пришлось спрятаться. Ага, конечно. Мы ценим твою помощь, а что тебе нужно? Пьяница меня послал за тобой, он не мог тебя найти. Ой, скажи ему от меня, что я не хочу с ним иметь ничего общего. Он, ну, как сказать, пьяница, и он мне все время, сравнивает со своей тупой ненасытной козой. А я поканчиваю с этим. Поканчиваю с этим? Поканчиваю с ним? Что за бред? Ладно, я ему это передам. Ага, он ее постоянно с козой сравнивает. Вот такая вот бабища, да, с этим чувачком замутила. Видишь, что делают, а? Так, а здесь ничего интересного нету? Шкафы не открываются, ничего интересного нету, да? Ух ты! А ну. Да, здесь этот мужик сидит. Слушай, они даже сходили покакали, даже за собой не убрали. Как вам не стыдно, а? Сходили в туалет, а за собой не убрали. Эх, 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 эх. Так, а здесь давай откроем, посмотрим. Прикинь, сейчас зомбаки прибегут, нет? Ага, какой-то дядька все лежит. Я все не пойму. Для чего он нужен? И что он это обозначает, дядька этот? Ладно, до свидания, ребята, я пошел. Немножечко пройдусь, посмотрим, нет ли здесь где-нибудь этого самого... Как его? Забыл название, представляешь? Сейфа, точно сейфа. Хорошо, и знаешь, что я еще куда хотел сходить? Быстренько сюда. День ракет. Да. День ракет. И я быстро здесь пройду, сейчас посмотришь. Вот, ребятушки, зомбачье, видишь, идет. Все, собирается зомбачье. Сейчас мы их быстренько отведем к фейерверку. А, подожди, я сразу сейчас посмотрю, нет ли здесь этого. Нету. Нету, там нету ничего. Все, идем быстро, только быстро, у меня времени нету на вас тратить. Давайте, давайте. Все, взрываем. А вот этот стригат остался живой, потому что он близко не подошел. Нечаянно взорвали вторую бочку. А, вот зомбачье идет. Ага, здесь с этой стороны есть зомбаки? Вот, все зомбаки, ладно. Мать, ты что, ты с нами идешь или нет? Давай, пошли. Посмотрим, здесь нету... Ага, нету, хорошо. А, вот у нас еще одна бочка есть, ребятушки. Но они очень медленно идут. Будем их на снайперке стрелять. Ух ты, эти, блин... Так легко не убиваются. Да не буду я на вас тратить тогда патроны. Просто сюда все подходим, ребятушки. На бочку. Сейчас на бочку подойдут, мы их сейчас взорвем. И будет хорошо нам. Так, а тот, что, смотри, полицейский что-то медленно идет. Давайте, быстрее. Все, сейчас подойдут и мы их взорвем. Все, стреляю. Угу, хорошо, убил. Здесь еще будут зомбаки, я так понимаю. А, у нас здесь есть, в принципе, бочка. А там нету бочек. А там бочек нет. Не видишь, в разных местах, каждый раз разные места кладут. Бочки эти. Сейчас вот этих ребят еще подождем, подожди. Все. Можно стрелять. А, нет, смотри. Вот этот гад живой остался. Все, я надеюсь, больше зомбаков не будет. А сейфа нету здесь, смотри. Офигеть. Да, бывает, что сейфа нет. К сожалению. Ну что ж, ну ладно, ничего страшного. Давай здесь разбираться. Кто здесь живет? Здесь должны эти выйти. Вот он. Зомби-неудачник. Зомби-неудачник. Так, никого здесь нету, никого. Хорошо. Сейчас вот этих ребят уничтожим. Это у нас последние, да? А, нет, вот там еще ползут. Нет, еще до сих пор кто-то ползет там. Ладненько, подождем, пока они все вылезут из этой дырки. Все. Перезарядка. Где? Вот, смотри, стреляющие. Ах ты гад, смотри, что творит. Я пока перезаряжаться буду. Этот меня стреляет. Не очень получилось, конечно. Так, здесь никого нету, нормально все, а то бывает, знаешь, они жрут стену, а я даже не знаю, что они там стоят. Так, еще одна, да, орда. Так, елки-мотал. О, давай, стреляй быстрее. На вас сколько патронов-то надо, а? Алло. Это вторая волна или третья, кто знает. Вот здесь прям их много. Так, здесь все нормально, хорошо, стреляем дальше. Кажется, это последняя волна была. Все, да, миссия завершена. Хорошо. Хорошо, все, никого здесь нет. Все, вернемся в город. Ага, идем. У меня, смотри, ХП скоро увеличится. То бишь, я скоро что-нибудь да заработаю. Открою. Не захотела она с тобой жить. Слушай, чувак, такая вот на казан, можно так сказать. И травушку для козочки я не нашел, к сожалению. Угу. И травушки я не нашел, к сожалению, для козочки. Чувак, вот ты бы, если бы ты не бухал бы, вот, на человека был бы похожим. Я нашел Лизу, но она мне сказала, что покончила с тобой, чтобы ты вместо этого встречался со своей козой. Скотина. Да пошла она, я с ней тоже покончил. Хорошо, что у меня есть моя коза Лиза. Угу. Так, и все, да, инструкцию у меня получил. И все, ты мне больше задания никого не даешь. Так, а козе нужна трава. Блин, где мне эту траву-то найти? Так, ну все. Значит, с этими чуваками мы все разобрали сегодня. Хорошо. Идем к торговцу, посмотрим, что у него есть интересное. А у него ничего нету. Какие-то книжки. Ну, снайперка мне такая не нужна. У меня лучше снайперка. Вот эту канитель я сейчас ее продам. Все хорошо. МРТ может тоже продать. МРЕ. 120. Ладно, пока не буду. Что у меня здесь интересно? Я открыл себе новый уровень. Очки умений и бензин. Все забрать, хорошо. А ну-ка, потихо, подожди. Что у меня тут умение открывается? 8 бесплатных очков. А что я там хотел делать вот здесь? Здесь умение... Работа с отмычкой. Отмычка меньше работает. Либо торговлю. Давай торговлю увеличивать. Что мне дает торговля? Торговля мне дает... Я буду больше зарабатывать денег. Денег. Ну, давай. Давай прокачаем. Торговлю я прокачал, хорошо. Ага, дальше что? А, вот, смотри, награда. А, награду мы еще пока забрать не можем, да? А что там какие-то еще что-то, еще что-то было? Способности. А, вот эти способности, а мне ничего не дали, да? Угу, угу. Только умения мы раскрутили. Раскрутили мы торговлю. Когда я все продал ему. МРЕ сколько? 120? За 120. А до этого я за сколько продавал ему? Не за 120 разве? Ладно, продадим МРЕ. Так уж и быть. И еще хочу, я знаю, что использовать. Книжечку. Умение целительства. Так, все, буду быстрее заживлять. Будут быстрее заживляться у меня раны. Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.